Так, это у нас Сатурн. сентября 2020 года, 19:51 по Киеву, в Харькове, по крайней мере. Сегодня у нас сближение Луны, Юпитера, Сатурна, всей Троицы сближение. Делаем зум назад, и вот наша Троица. Я не знаю, на экране сейчас пониженные настройки светочувствительности. Попытаюсь полосы на Юпитере снять. И потом в другом дубле сниму. Более светочувствительно. Посмотрим Галилеевы спутники. Так, ну это Юпитер. Вижу я Ио, который пупочком касается правой стороны Юпитера. На экране не знаю, видно или нет. Но в любом случае я вижу. А слева пошел спутник Европы, потом идет Ганимед. И сейчас будет вползать в кадр Каллисто. Будет или не будет? Нет, даже глазок не вижу, в окуляр, в смысле. Ладушки пошли к Луне. Как никак она у нас сегодня. 3-я, не лишняя. Не знаю, я в окуляр вижу все три объекта сразу. В левом верхнем углу Сатурн, в правом. На правой стороне посередине Юпитер и внизу, ну, Луну, не думаю, что кто-то с чем-то спутает. Поехали к нашей красоте. Та-ра-ра-ра. Ну что? Роден. Па-ба-ба-бам. Луна движется своим ходом, штатив стоит мертво. Так, сейчас буду шевелить резкость, пробовать играться. Вот так, сейчас. Все, я отошел. И ничего, кроме дурацких комментариев, не воздействует на запись на камеру на штатив. В окуляр очень хорошо все видно. Ну все. Если кто-то надеялся лунатика увидеть, то их здесь нет. А вот кратеры, следы от центральных Encounter, как это по-русски, то воспоминка, столкновений. О, красивый какой кратер. Два раза снаряд в одну воронку попал. Бах-бах. Так, и пошел у нас терминатор. Да, линия, граница между светом и тенью. Это терминатор на любом из объектов, я так понимаю. В случае Луны. До полнолуния это утренний терминатор, после полнолуния вечерний терминатор. Ну вот я уже не смеюсь, когда произношу эти слова, прогресс налицо. Ладушки, сейчас поснимаем другими настройками. Так, 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 так. А сейчас у нас 19:55 по Киеву, в Харькове, 25. Давай последним кадром опять, если наша Троица. Поймаю. Ну ладно, я вижу, а вам, наверное, не видно, бог с ним. Поехали. До свидания.